Всем привет, и сегодня я хотел сделать такое необычное видео в честь Нового года. Я вам покажу сейчас свою елочку красивую. Давайте, пойдемте. Где тут что? Вот так вроде. Во! Классно, да? Тут у меня еще все украшено, давайте все покажу. Вот. Ну, типичное новогоднее настроение, все украшено. Только вы видели все, что творится у меня на улице. Вообще нету снега. Просто как будто, не знаю, осень или весна какая-нибудь. И дождь. Также я хочу еще показать свою футболку. Вот она, это Санс. Показать только, вот он. Вот такой он прикольный, Санс. Из Undertale, если кто не знает. Куда ты собрался, а? Тебе тут не разрешают гулять. Ты елку опрокинешь, да, да, да. Мы знаем тебя. Ну правильно, надо же рыться сейчас в лотке. Со временем новогоднее настроение теряется, когда тебе уже много лет. В детстве всегда есть новогоднее настроение, когда тебе там уже 30 лет, уже что-то как-то, ну вообще не катит. Ну все, вот такое небольшое новогоднее видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Зовите там друзей тоже, чтобы они подписались, ставили лайки. Ну и вот все. Пока, ребята.